Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 225. Объясните, почему равенство является тождеством? Итак, а модуль x равно модулю минус x. Итак, примем за x 5. Значит, модуль 5 равен модулю минус 5 и равен 5. Напомню, что определение модуля таково. Это расстояние от начала координат до заданной точки. То есть расстояние по координатам от 0 до 5 и от 0 до минус 5 равно. Соответственно, модулю этих значений равны. И поэтому равенство является тождеством. Модуль x минус y равно y минус x по модулю. Итак, пусть x равно 5. Y равен 3. Модуль разности 5 минус 3. Модуль 2 равно 2. Модуль 3 минус 5. Модуль минус 2 также равен 2. Поэтому это равенство является тождеством. Модуль 2 умножить на c равняется 2 умножить на модуль c. Снова удобно рассматривать тождество на примерах. Модуль 2 умножить на 10 равняется 2 умножить на модуль 10. В обоих случаях мы получаем 20. Равенство является тождеством. Следите за новинками на сайте и подписывайтесь на наш канал.